Всем добрый день! Сегодня 17 апреля. Ветра дуют жуткие, ледяные. Второй день практически дует. Тучи, те, которые проходил циклон, дождя практически не было. Да он ничего, побрызгал, даже пыль не прибил. Вот я тут покажу трещины в земле. Так что влаги как не было, так и нет. Причем холодно. Даже днем градусов, наверное, 13 всего. И ураганный ветер. А пчела практически не летает. Вот такие вот дела. Так что погода пока не на нашей стороне. Вот. Как и экономическая составляющая в стране. Вот такие вот дела. Ну, будем дальше наблюдать за всем этим делом. Всем удачи, до новых встреч!